В ближайшие дни нас вновь ждут заморозки. Дорожные службы на федеральной трассе М-10 приведены в полную готовность. В нынешнем зимнем сезоне заготовлено более 100 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Это с учетом дороги Новгород-Псков. Также выделено 90 единиц снегоуборочной техники. Безопасность дорожного движения на новгородском отрезке федеральной трассы М-10 находится под защитой. Наготове и люди, и техника, и стратегический запас песка. Передать размер этой огромной горы песка через статичную картинку довольно затруднительно. И весь этот песок будет израсходован, по прогнозам, до конца зимы. На трассе расставлены патрули, которые каждые 3 часа совершают объезд своего участка. Если возникает проблема, решается она незамедлительно. В зимнее время мы производим работы по содержанию данного участка дороги, который включает в себя обработку проезжей части песчано-соляной смесью, очистка обочин, очистка барьерного ограждения от снега, очистка дорожных знаков, очистка автопавильонов. В Алдайском районе очень проблемный участок трассы. Многочисленные подъемы и спуски плохо сочетаются с зимней погодой. Но теперь оперативно узнать о состоянии дорожного покрытия помогают современные технологии. Контроль дорожной ситуации на федеральных дорогах Новгородской области автоматизирован и происходит с помощью информационной системы мониторинга дорожной обстановки, которая включает в себя 34 видеокамеры и 17 метеопостов. Но пристальный контроль за состоянием дороги не дает повода автолюбителям расслабляться. Не забывайте соблюдать скоростной контроль и вовремя менять резину. Из Валдайского района Артем Забралин, Сава Ушаков. Новости. Новгородское областное телевидение.